Я Пшеничникова Наталья Александровна, музыкант. Хочу высказаться в защиту организации «Мемориал». Я сейчас нахожусь на Донском, новом Донском кладбище, рядом с могилой жертв репрессий. Именно благодаря «Мемориалу» мы знаем многие имена репрессированных, которых на грузовиках расстрелянные тела, которых на грузовиках свозили в период с 30-х по 50-е годы с Лубянки сюда, на территорию Нового Донского кладбища. Здесь есть три братские могилы, и, как известно, вся территория кладбища усыпана слоем костей. Здесь похоронены и покоятся известные общественные деятели, культурные деятели, которых в свое время обвинили в том, что они являются врагами народа, врагами Родины и, по сути дела, иностранными агентами или шпионами. Сейчас история грозит опять повториться. Я обращаюсь ко всем гражданам России с призывом, чтобы наши дети, кости наших детей, не лежали здесь безымянно в земле, поддержать общественную организацию «Мемориал», которая борется за сохранение нашей исторической памяти и за то, чтобы это больше никогда не повторилось.